Серия 34. Похоже, твой Чиюн не хочет, чтобы наша задумка увенчалась успехом. Замолчи! Я лишь напоминаю, если с пешкой что-то случится, она станет бесполезна. Он задумал. Чтоб его, все спланировал. Амо, я дождусь твоего возвращения. Почему они до сих пор не вернулись? Они ведь муж с женой. Дай им больше времени. К тому же, пусть Амо ничего и не помнит, но Шинлуню-то о многом ей надо рассказать. Шинлунь? Шинлунь! Где Амо? Почему ты один? Разве Амо не была с тобой? Амо... Ее похитил Чиюнь. Похитил? Она ведь была с тобой, и ты мне заявляешь, что ее похитил Чиюнь? Мы с Амо разговаривали на утесе, и она уже пообещала мне, что вернется в Линьюнь. Кто мог знать, что из ниоткуда появится Чиюнь и нападет, чтобы украсть Амо? Так почему ты за ними не погнался? Это бессмысленно. К тому же, Чиюнь ей точно не навредит. Я хочу дать ей немного времени, чтобы она все окончательно для себя решила. Нет. Ты не знаешь, но перед твоим приходом Чиюнь уже виделся с Амо. Но она ему отказала. Боюсь, что им овладела лютая ненависть к ней. Я должен найти ее. Чию не будет ей вредить. Шэньлунь. Брат. Почему здесь только вы? Где Амо? Юйчэнь, мне стыдно. Чиюнь похитил Амо. Что? Я помогу ее отыскать. Юйчэнь. Я чувствую, что в глубине души Амо еще любит Чиюня. Я надеюсь, что вы не будете спешить с ее поиском. Дайте им покончить со всем раз и навсегда. Неважно, каким будет результат, я все приму. Ты ведь и сам понимаешь, что за чувства между ними. Почему даешь им возможность встретиться? Я как-то пообещал Амо, что дам ей право выбора. Не хочу подобными методами насильно разрывать эту связь между ними. Юйчэнь, считай это моей просьбой. Прошу, не ищи Амо. Жодзян, долина Бугуй. Отпусти меня! Нет. Теперь я никогда не оставлю тебя. Отпусти! Ты зачем меня связал? Отпусти! Это драконьи сухожилия. Тебе их не развязать. Вот вспомнишь ты меня, тогда я тебя отпущу.
А если я так и не вспомню? Разве так не лучше? Тогда ты на всю жизнь со мной и останешься. Нахал! А ты раньше меня так называла. Госпожа Муцин, я в неоплатном долгу за то, что вы спасли мне жизнь. Позвольте мне полностью отдаться вам. О чем думаешь? О его нахальстве? Он тебя этим, что ли, привлек? Нет. Я давно обо всем забыла. Что еще за дело всей жизни? Я спасла тебя, а ты меня. Давай на этом будем квиты. Женушка, а может... Заткнись! Женушкой назвать посмел? Я выбью из тебя эту дурь. Как скажешь, женушка. Помнишь еще этот домик? Не помню. Я ничего не помню. Давай заглянем внутрь. Отпусти меня! Зачем нам заходить туда? Отпусти! При случае впрямь хотелось бы хоть глазком увидеть этого знаменитого принца Шенлуня. А что в этом сложного? Разве он не сынишка одного из вождей? Неужели он стоит всех этих восхищений? Да что ты понимаешь? Он все делает на благо своей родины. Так разве это не прямая обязанность принца? Обязанность? Среди всех принцев Лин Юнь, кто из них придерживается обязанностей? Они только и знают, что дни напролет бороться между собой, желая сосредоточить власть в своих руках. Боюсь, что лишь Шен Лунь способен понять тяготы простого народа. Уже тогда в душе ты сравнивала Шен Луни и Чи Юня. А сейчас? Что же сейчас творится у тебя в сердце? Правда хочешь сказать, что там нет местечка для Чи Юня? Я лишь не хочу, чтобы он подставлялся. Вот и все. Ладно, ладно. У королей своя жизнь, а у простых людей своя. Давай-ка лучше поедим как следует. Вот, съешь чуток. Чуток. Помнишь еще это место? Здесь мы с тобой впервые... познали безраздельное счастье. Прекрати. Я не помню. Это счастье? Это трепет? Выкинуло все из головы? Это счастье близости с любимым. В сравнении с теми муками, что я испытала, оно разве может что-то значить? Для меня это уже ничего не значит. С этого момента я буду мстить. Как же ты могла все забыть? А мы с тобой прожили в этом доме 3 дня. Это были самые прекрасные 3 дня в моей жизни. Я приготовил для тебя завтрак, а еще мы ходили гулять в ту персиковую рощу. И чтобы сбежать от Аби или Яна, мы напрасно потратили немало усилий. Ты все забыла? Забыла. Ты тогда сказала мне, что готова отказаться от всего, чтобы вечно быть со мной. Ты не помнишь? Нет. В прошлом ты была без остатка влюблена в меня. И я тоже. И все это... ты впрямь не помнишь? Все забыла? Ну, забыла и забыла. Юй Чэнь говорил мне, что 3 года назад ты не поверил мне. Подумал, что я украла нефритовое яйцо. А еще, что ты принуждал его и Шен Луня обменять меня на это яйцо. А потом
Я была ранена Тунджином и упала в пучины Ююань. Все было так? А еще вы рисковали ради друг друга и были счастливы. Ты способна забыть это? Герои, потушившие пламя, вернулись. Пошли, пошли, давай посмотрим. Покорители огня вернулись. Герои вернулись. Это я потушила пламя. Если кто-то спросит об этом, то скажите им, что это Муцинмо потушила пламя. Героиня? Это мое самое ценное вино. Прекраснее его и не пил никто. Сегодня мы пожалуем самое лучшее в городе вино в качестве благодарности нашим славным героям. Отличное вино. Я уже не Муцинмо. Я Сюань Янжо. Сюань Янжо. Старшая принцесса Сюань Ян. Ты что удумал? Стемнело. Что я еще могу удумать? Спать иду. Разве? А разве ты не мечтала о свободе? О свободе от всех обязательств. С чего вдруг снова захотела быть Сюань Янжо? Ну ладно. Воздержусь пока, чтобы насладиться позже. Ах да. У меня очень чувствительные ушки. Малейший шорох замечу. Не надейся, что ночью сможешь ускользнуть от меня. Сбежать от этого прилипалы. Прилипала? Кто это прилипала? А, понял. Тебя преследует какой-то негодяй. Не бойся, я с тобой. Я защищу тебя. Тебе никто не навредит. Да чего ты ко мне привязался-то? Если увяжешься еще, прикончу. Ты хочешь убить меня? Ну тогда я не смогу извиниться перед тобой. За что? На самом деле мне за это несколько стыдно. Только что я получил послание от старшего товарища. Он пишет, что случилась беда, поэтому мне, возможно, придется уйти ненадолго. Ты уходишь? Да я и сам пока еще не определился. Женушка, если ты хочешь попросить меня остаться, я не буду уходить. Нет, нет, нет. Стремись, герой, к свершениям великим. Ты должен уделять внимание главному. Так что вперед и с песней. Ладно, ступай. Ну, конечно, разобраться с проблемами – дело святое. Но и за добро отплатить важно. По правде говоря, мне так тяжело тебя отпускать. Однако, ты должен заняться более важным делом, более важным. Ну, раз женушке так тяжко расставаться, может, мне лучше остаться? Не пойдешь? Нет. Правда? Правда? Правда, правда. Я же мужик. Значит, женщина мне важнее родины. Ради тебя я от всего отказаться готов. Кто там? Кто? Ва. Прилипала. Возможно, мы еще свидимся. Сейчас я лишь хочу выпутаться из всего. Я не верну былого. Не хочу возвращать. Молодец. Нельзя давать слабину. Ответь. Раз я была одержима любовью к тебе, и ты также любил меня, почему же ты тогда не поверил мне? Почему вынудил меня спрыгнуть в Ююань? Я был неправ в этом. Я надеюсь на твое прощение. Это так ты просишь прощения? Связывая?
Чиюнь, я не испытываю ненависти и не виню тебя. Все потому, что я просто забыла. Отношения между нами. В этой жизни они для меня уже ничего не значат. Помоги мне освободиться от пут. Тогда мы сможем быть хотя бы друзьями. Потому что для меня мы только-только познакомились. Не заставляй меня ненавидеть тебя. Амо, я не верю в то, что ты могла меня забыть. Я точно заставлю тебя все вспомнить. Точно. Уж те-то вещи я точно не хочу вспоминать. И не мечтай. Что с вами, господин Чиюнь? Все еще хотите держать меня на привязи? Амо, видишь вон ту гору? По ту ее сторону раскинулась самая большая персиковая роща долины Бугуй. Когда-то мы там поклялись друг другу. Где бы мы ни находились, но каждый раз в период цветения персиков будем ждать встречи друг с другом под цветущими ветвями. Ты помнишь это? Так ты от него никогда не отвяжешься. Нужно разбить ему сердце, тогда проблем не будет. Кажется, я вспомнила. Правда? Здорово! Что ты вспомнила? Помню, как-то раз мы с Шинлунем стояли под персиковым деревом. В тот день в Линъюнь как раз отмечали праздник фонарей. Он посадил меня на журавля и позволил мне с высоты любоваться Линъюнь. Казалось, земля была усыпана звездами. Это было так прекрасно. Спустя столько лет, я все же помню это так отчетливо. Да как ты можешь помнить лишь Шанлуня? А мы? А воспоминания о нас? Забыла? Значит, забыла. Прекрати навязываться мне. Ну уж нет. Я помогу тебе восстановить воспоминания о нас. Тебе все мало? Прошлое, принадлежащее лишь нам. Тебе нужно разбить ему сердце. Только так он отпустит тебя. Рекомендую не растрачивать усилий. Я вспомнил одно место. Нам непременно нужно вновь там побывать. Хаосюй! Хаосюй! Ты не видел Чиюня? Я обыскала всю гору, но его нет. Куда он мог деться? Сестра, не беспокойся. Он отправился к Амо в Сюаньян. В Сюаньян? Как он мог нарушить слово? Он обещал, что не уйдет. Почему вдруг решил отправиться? Сестра, не вини Чиюня. Все случилось потому, что оттуда пришла весточка, Амо стало лучше. Поэтому я отправил Чиюня навестить ее. Как ты мог в такой момент дать ему уйти? Неужели сам не знаешь, что он нам сейчас так необходим? Сестра, потомки королей с рождения не принадлежат себе. Мы с тобой такие, и Амо тоже. Но Чиюнь другой. Он всегда держался вольно и свободно, решая свои проблемы. Я не хочу, чтобы он изменял себя. Не хочу, чтобы стал таким, как мы, чтобы лишал себя свободы. Порой я сильно завидую ему. Чиюнь родом из Жодзян. Разумеется, в нем черты, присущие его народу. А завидовать ему нам бесполезно. Мы потомки королей. И должны нести на своих плечах ответственность. Сестра, ты понесла достаточно ответственности. Порой нужно учиться отпускать свое бремя. Иначе оно тебя погубит. Ты мой младший брат. Если я возьму на себя это бремя, то ты сможешь чуть больше себе позволить. Я никогда не просил тебя брать на себя что-либо. Я мужчина, а ты моя старшая сестра. Это я должен защищать тебя, а вовсе не ты меня. Сестра, впредь не будь к себе строга. Разве ты не влюблена в какого-то там генерала из Линъюнь? Ступай же к нему.
Будь вместе с возлюбленным. Неважно, какой выбор ты сделаешь, я поддержу тебя. Потому что сейчас у меня есть власть, чтобы защитить тебя. Я Хао Сюй, король Сюаньму. Мой братик вырос. Матушка, вы искали меня? Джижу и Ючин сами не расскажут. А если спрошу, тоже смолчат. Пусть ты и прожила здесь совсем немного, но ты так откровенна со мной. Скажи, куда отправилась Амо? Ну, по Джижу и Ючиню я уже поняла, что Амо ничего не может угрожать. Есть то, о чем нужно молчать? Матушка, Амо увел с собой Чиюнь. Так, оказывается, это он ее увел. Вы что, не волнуетесь? Амо уже долгое время любит Чиюня. Я как-то спросила ее, но она не ответила. А потом ее выдали замуж. Обо всем уже позже я узнала от Юйченя. По правде говоря, я сожалею. Нельзя было выдавать ее за Шенлуня. Сейчас она уже побывала по ту сторону смерти. Так что пусть идет. Лишь бы была счастлива. А с кем рука об руку, я уже не буду спрашивать. Гора Байли, ты помнишь это место? Много лет назад я, чтобы защитить свой народ, отвлекал внимание Тунджена и повсюду укрывался от него. Но из-за того, что был ранен, упал без чувств. А некоторое время спустя я вдруг почувствовал, что кто-то исцеляет меня. Открыв глаза, я увидел, что на меня смотрит девушка в синих одеждах. Наши взгляды встретились. И в тот самый миг... я влюбился в нее. А потом король Сюаньму пригласил меня в свои владения, чтобы я обучался премудростям их земель. Я вовсе не хотел там оставаться, но в итоге пробыл там несколько лет. Знаешь, из-за чего? Из-за тебя. Из-за меня? Я вспомнил ту девушку. Девушку, что без оглядки ринулась спасать меня. Девушку, что была из-за меня ранена. Я поклялся, что стану сильнее и буду ценой жизни защищать ее. Поэтому я непрерывно учился. Становился сильнее. Все надеялся, что однажды я смогу пожертвовать собой, чтобы защитить ее. Чтобы защитить моих соплеменников. Амо, ты могла ради незнакомца в моем лице не пожалеть жизни. И вопреки этому, ты так холодна ко мне, тому, кто так предан тебе. Я же говорила, что я уже не Таму Цинмо. Ты... неважно, какой ты станешь, неважно, что ты чувствуешь ко мне, для меня ты все равно будешь той Амо, которую я люблю. Название этой горы Байли. В этих землях Тунджен учился контролировать силы огня. Это привело к тому, что огненная мощь горы уничтожила окружающие равнины. Хао Сюй милосерден. Он послал меня разузнать о том, что произошло. В тот самый момент, когда я разобрался и был готов уйти, я внезапно развернулся. И вновь увидел ту девушку в синих одеждах. Не слушай этот бред! Он так говорит, будто бы вы с самого начала были предначертаны друг другу. Ты собиралась мстить. Так не позволяй же другим чувствам завладеть твоим сердцем. Поняла? Кто посмел...
Тебе лучше быстрее уйти. На горе Байли обитает много диких животных. И если бы я хоть на миг опоздала, боюсь, ты был бы уже мертв. Ты как здесь оказался? В свете заката, окрасившего все небо, она медленно шла мне навстречу. Тогда я даже был слегка напуган. Был взволнован так, что был готов сбежать. Но мы все же продолжили идти вместе. Вместе забрались на гору Байли. Вместе. Забыла? Он ведь выменил тебя за безделушку. Значит, для него ты разве что игрушка. Забудь его. Не позволь ему вновь мучить тебя. Забудь его. И только так твоя ненависть будет абсолютной. Забудь. С самой первой встречи. Ты все добивался благосклонности. Все, что ты говорил. Марал свой плащ в крови. И все, лишь бы я была с тобой. Готов был все сравнять с землей, лишь бы я была с тобой. Я вижу лишь тебя. Но разве ты хоть когда-нибудь любил меня? Амо. Не подходи ко мне! Отныне нас ничего не связывает! Если у меня перед глазами хоть тень твоя мелькнет, я предпочту ослепнуть! Если я хоть раз затоскую по тебе, я лучше вырву свое сердце! Да лучше я умру, чем позволю тебе спасти меня. Амо! Амо! Ты должна жить! Я прошу тебя, не сдавайся! Прекрати! Сколько раз сказала, что не помню! Там у Цинмо, что осталось в твоих воспоминаниях, это не я! Ты спятил? Просто взял, разбудил вулкан? Амо. Я заставлю тебя вспомнить все. Вспомнить, что тогда произошло. Да ты просто псих! Ты пьян. Завтра я вернусь в Линьюнь и буду ждать ее возвращения там. Если она не собирается возвращаться, я не буду заставлять ее. Дам ей все решить самой. Я не слепец. Разумеется, я видел, что она испытывает к Чиюню. Это ты? В прошлый раз это был ты? Так ты уже приходил? Вплоть до сегодняшнего дня я постоянно изнывал от тоски по тебе. Она вернется. Я лишь надеюсь, что она сама вернется, а не по чьей-то указке. Вернется именно ради меня. Похоже, он и впрямь полюбил Амо. Ючень, ты бы знал, как я рад тому, что она жива. Она сказала, что согласна стать моей настоящей женой. Она согласилась. Поэтому я буду ждать.
ждать ее возвращения. Ведь она теперь моя жена. Что с тобой? Что? Волнуешься за меня? Просто боюсь, что если умрешь, то никто тебя не унесет отсюда. Потащи меня! Тебя не поднимешь! Ну ладно, ладно. Хоть помоги опереться. Вот же заноза! Раз, два, три! Ну что ж ты такой тяжелый-то? Что случилось с твоими силами? Не смог защититься от пламенного яда. В круге изгнания демонов я был тяжело ранен. Потом Хаосю и спас меня. Но физические раны не успели зажить до конца. Так еще и пропустил удар Шенлуни. Ты и сам понимаешь, что этот яд тебя погубит. Так зачем еще и вулкан зажег? Чтобы ты вспомнила меня. Остальное меня вовсе не волнует. К чему тебе все это? Пойдем к той вершине. Там будет о чем вспомнить. Чуть 繁花开落多少遍